Всем привет. Всем привет. Ну вот пролетели 2 дня без мамы. Сейчас едем забирать маму на железнодорожную станцию. Дома навели порядок, посуду намыли, все пропылесосили, чтобы мама приехала, нам не вставила. Мама у нас очень любит подарок. Ой, мама у нас очень любит чистоту, порядок, да, чтобы грязинки нигде не валялось. Так пришлось сейчас 2 раза пропылесосить, посуду помыли. Ничего страшного, мама не увидит пылинку. Ну все, едем на зал. Поехали, девочка. Включаем свет. Давай, одевайся. А кран помыл? Кого? Кран. Кран все помыл. Да. 2 дня пролетело. 2 дня пролетело, как 1 день, да, Ева? Да. Ну, а, кстати, вот сетку я в России что покупал. Что я говорил, видео поеду, сетку на вольер куплю собаке. Кстати, дешевая. Евро, 130 рублей. 1 метр. Вот такая сеточка, не видно здесь, нет. Такая зеленая. Ища 50/100. Но она мягкая, но я думаю, маленькая собака не пойдет ей. Вот надо еще придумать, покубатурить, как столбы сделать. Не хочу деревянные. Железные посмотрел, стоит 5 евро столб и плюс 5 евро крепеж. Вот такие дела. Ладно, поехали ее. Блин, прикол, едем, что-то там надпись была, вокзал в другом месте. Мы как бы не связывались ни разу с вокзалом. И точно еще не знаем, где вокзал-то. Но по логике он должен быть где-то здесь. По логике его и он тут есть. Вот тут садик новый построили буквально в том году. В том году? Ну, знаешь, садик. Поэтому... Так, вокзал. Почему нету нигде этой? Раута. Ну вот, мог же быть вокзал, да, здесь его? Или он не здесь вокзал? Ну, никаких вывесок, ничего не надо. Блин. Вот вокзал. Точно с этой стороны вокзал, да? Ну как бы. Что, вокзал такой старенький, страшненький. Это не... Вот туда. Сейчас прикол будет, если поезд придет на другой стороне. Ну, пойдемте посмотрим. Так он и на другую сторону придет? Да. Да. Ну поехали. Пошлите посмотрим вокзал наш. Деревенский. Ну, как такового вокзала-то нет. Чтоб тут билеты зайти, купить, билетная касса. Районский? Да, район. Это район. Так, а здесь что, Раута, Асима, да, все, вокзал. О, Морилиф даже. Чего себе у нас тут деревня, блин. Это не деревня. Смотри, лифт для этих, для инвалидов. Ничего, смотрите-ка, а. Смотри, деревень. Как там красиво. Вот так вот. Такси, солнце, йоки. Папа, главное, все такая это. Архитектура деревянные, такие вон старые дома. Но это вообще-то музей. Да, и здесь такие современные, стеклянные, прям пятно такое. Ну это как бы вообще-то знаешь что? Ну. А что это вот? Может, вот вокзал. Смотри, часы какие висят на вокзале. Это вообще как бы, не помню. Ага, забыл. Короче, театр. Да. Какой театр? Это такой вокзал. Старый раньше был, смотри, какие часики прикольные. Ну-ка, видно будет. Зайдем в вокзал. Часики такие. Старинные. С цифрами зато. Ну. Какие-то цифры странные. Пойдем карту посмотрим. Где-то большие, маленькие. О, смотри, какая там. Часовня или что. Вишенки. Так. На какой? Ну, что? Так, вот, смотри, Ева, карта две платформы, туда приходит и сюда приходит. А куда наш придет? Никуда. Не знаю, сейчас посмотрим. 18.02 Копио отправление на первый. Значит, надо будет идти нам на первый, на ту сторону маму встречать надо будет идти. Пошли посмотрим, что это такое. Камушек какой-то. 39-45. Здесь лежат. Тоже не чистоган. Но он такой старый вообще уже. Ой, бляха, муха. Пошли на первый перрон. Пендолино.
Сексті умію. Пробовувала. Тільки Яна. Стана поспор. Пет. Пет. Пендоліно. 69. Пробовувала. Тільки Яні. Stops at track 1. Во, видишь? Track 1. Идем на первый перрон. Сейчас пойдем найдем. Нам вниз туда идти? Да. Это что, метро? Я не понял, что там такси. Ну такси. Такси, метро. Я здесь ни разу не был даже. Для инвалидов. Смотрите-ка. Вот что значит первый раз. Я не знал, что у нас такая цивилизация. Честно, малость. А что тут такси куда-то? Смотри, паркинг. Лифт вон. Ничего себе. Ты что, никогда не был в метро? А? Ты что, никогда не был в метро? Так это ж не метро. Все, мы уже вышли на другую сторону. На, быстрее сейчас поезд. Приедет. А что мы туда, на ту сторону приехали? Если парковки здесь. А? Ну ладно, не знал. А где? Здесь что такое у нас? О, билеты купить можно на поезда. Смотри, какая карта объемная. Представляешь его? Смотри, какая карта классная. Попробуй, она приятная. А, такая. Ну, вот да. Тут вот эти вот шарики. Угу. А что тут? А, непонятно, что написано. 3D карта. Да. Короче, смотрите, как. Я в шоке. Вот почему так. Смотрите, смотрите. Смотрим. Вон поезд есть. Где? Вон, давай руку. Первый поезд раз вижу настоящую железную. Вон поезд есть. Открывается так тихонечко. Пойдем. Мама в пятом вагоне. Поезд. Ну как тихонечко, вообще даже не слышно поезда-то, да? Надо маме позвонить. Пятый, первый вагон. Вот, мама, вон, я, мама, бегу. Я бегу. Беги. Он ел уже с мамой, обнимается. Они не обнимаются. О, привет. Привет. О, как дела? Супер дела. Дочку обними. Так она что-то... Что ты, мама? Походу. Все, поезд поехал. Вообще тихо работает, да? Да. Электропоезд? Так это электропоезд. Знаю. Не видит, ты знала, что здесь такая цивилизация? А? Да, я знала, если я первый раз... Ну, так самый прикол, смотри. Машины здесь все ставят, а мы-то не знали, у нас машина там стоит. Так пошли, да. Там приходится платить. Пошли в метро спускаться, блин, я не знал, что метро в Солнце. Да ты что? А да. Ну и что, как поездка-то? Нормально? Идеально! Это-то идеально! Вот билеты покупать. Идеально без мамы, да, было? Нет. Отличное настроение. Путешествие супер. Отдохнула два дня. Да, отдохнула. Я в таком режиме, говорю, нон-стоп просто. Вот прям все на автопилоте. Мама, все... ты тут была? Нет, я не была. Мама сиделась на поезд в Санкт-Петербурге. Чуть мама в Чебоксары не уехала, а да. Так-то все нормально. Чебоксары. Перепутала поезд? Да пошли завтра заберемся. Перепутала. Ну как, Питер-то понравился? Питер? Ой, честно сказать, вы знаете, друзья, когда я жила в Питере, и когда я уезжала и понимала, что я в него в ближайшее будущее не вернусь, ни завтра, ни послезавтра, так как-то на душе было грустно. Сейчас приехала в Питер, день там побыла, честно, скажу честно, не кривя душой, но... я сказала,
блин, как я рада, что я не из Ленинграда. Да? А хотя... Ну там надо жить. Нет, не там не жить надо. Все супер, но... Как будто мы не созданы друг для друга. Ну я не знаю, вот у меня как-то оставили все... Все классно, все супер, но у меня только оставили грустные впечатления от Питера, конечно, это вот... Пришлось пользоваться городским транспортом. Ты че? Ой, вообще. Все началось с того, что когда я первый раз села в маршрутку, ну, я так захожу, говорю, здравствуйте там мне. Ну, и, наверное, и этот водитель маршрутки на меня так смотрит. Здрасте. Че, не привык здороваться? Вдруг, ну да, видимо, как-то, ну, честно, что-то все какие-то угрюмые. Ну, вроде были выходные, должны люди. Я понимаю, когда будни, рабочие, там, ну, суета, движуха, да, там, никому не такое. Ну, вроде выходные, мне кажется, такие люди более-менее, ну, должны быть на лайте. Все такие какие-то суровые, знаете, суровые челябинские будни. Вообще, метро, конечно. Метро покаталось? Метро покаталось, и на маршрутке покаталось, и на электричке, и на поезде. На трамвае не ездила? На трамвайчике нет, пешком ходила. Хочу быть тобой, трамвай. Хочу везде. Так что? Так что? Что? В общем. Все нормально? Все нормально, да. Пить. Питер ей не понравился. Пришли на электричку с подругой, там спрашиваем, ну, нам куда, чего. Она, как она же нам говорит? Вы что, никогда не ездили? Мы говорим, ну, вот этим маршрутом и вообще вот эта электричка на Удель? Нет. А на чем вы ездите? Ну, на машине. Ну, то есть, вот так вот этот человек стоит, который, она, в принципе, это ее работа, она там должна, ну... проконсультировать, помочь и все дела. Ну, короче, есть, да, серые пятнышки? Ну, такие мелочи, да, как-то вот такое. Ну, ладно, тогда поехали мы домой отдыхать. Мама с дороги отдохнет. Сейчас баньку сделаем, наверное, да? Давай, баньку сделаем. Посмотрим. Ну, в магазин сейчас заедем. Да? Вот. Что, накормить? Ну, а потом мама расскажет там подробнее. Как-нибудь, как она съездила, зачем ездила. Да, ребята, как я добиралась обратно, это что-то с чем-то, конечно. Это вам. Это вам не чебуреки жарить. Да, это вообще. Ну ладно, всем пока. Пока-пока. Пока-пока.